В детских садах и школах Актюбинской области продолжаются поборы с родителями. Таковы результаты анонимного опроса, который провели прокуроры и представители НПО. Больше половины респондентов ответили, что у них вымогают деньги, а на собраниях в основном обсуждают покупку мебели, ковров и необходимый ремонт. И это несмотря на то, что дошкольное воспитание в Казахстане выделяется миллиарды тенге. Чиновники в сфере образования определенно бездействуют, считают опрошенные. За примером далеко ходить не надо. В детском саду номер 14 в течение 5 лет с родителей собирали деньги за занятия и питание детей, хотя все это финансировалось из бюджета. Наживались в дошкольном учреждении и уменьшая порции обеда. Инспекторы финансового контроля установили, что в карман руководства детского сада ушло 67 миллионов тенге. Несмотря на проведенную работу по укреплению материально-технической базы и выделению финансовых средств, по-прежнему имеет место анонимное обращение о поборах и сборах в детских садах и школах области. Из общего количества родителей, принявших участие в анкетировании, 52% подтвердили факт сбора. Если денег не хватает, то надо просить, соответственно, бюджетные заявки инициировать. И таких фактов не было.